памятник моего детства. Он был частью моего детства. Полностью восстановлен. А дом, в котором я жил, находился вот с той стороны. Вот, смотри, Кальмиус. Вот отсюда сколько? 500 метров там, Мак, даже меньше, наверное. Вот. На той зеленой, да, полянке, там были бараки деревянные, временные. Я от года до 6 лет вот жил там. И каждый день видел, или ты знал, этот памятник. Здесь была огромная прокатная, большая, реально, с колоннами. И над этими, над этой проходной была такая светящаяся бегущая строка. И вечером, я как зачарованный там, и ночью там смотрел на нее, и там пробегала надпись «Мир, труд, май, слава труду». Завод бурлил, кипел, он освещен, потому что он не останавливался, он круглосуточно работал. Заезжали сюда грузовики, выезжали, это бурлило. Дым, пар, там все это подсвечено разными цветами. Он выглядел как что-то такое сказочное, а гигант. Я просто это немыслимо. Я как завороженный смотрел на эту бегущую строку. Ну вот памятник воссоздали заново, можно сказать. Солдат, матрос и рабочий. И как символ восстановления города, если восстановили этот памятник, я думаю, восстановят все в итоге. Вот. Может быть, не будет восстановлен завод в прежнем виде, но это будет уже начало новой жизни. Вот. Но главное, что сам город будет жить. И начнется новая жизнь лучше прежней. Мой Мариуполь, словно чайка с подбитым крылом. Мой Мариуполь, мой родной.